Минуту назад ветра не было. Ну, не минуту, 2 минуты назад. Пока мы не начали ложить спонборд. Это стройка выходного дня, строим дом. Здравствуйте. А как только начали ложить, сразу налетел ветер, порывы. Главное, чтобы мы его не положили. Какой-то ветер такой вредный, вреднючий. Не знаю, чего он хочет-то. Чтобы я поставил стену 5 метров высотой. Ну, разговор не об этом. Разговор там о том, что плодородку сняли. Все, спонборд расстелили, чтобы сюда песок кидать. Это очень хорошая вещь, хочу сказать. Потом все счистили-счистили при засыпке. А то, что осталось там, мелочь лопатой не взять. Спонбордом взяли и туда он выкинули. И все, и газон не портится. Так что вот так приступаем, уже где-то час дня. Времени нету, а надо вот 6 метров прокопать и положить. Господи, помоги мне.